Дезорганизованные, преступно дезорганизованные группировки. Я иду просто дальше и все, да? Нет, ты, вот этот так, вот просто дальше, это здесь. То есть вот этого пробела нет, ты просто как бы идешь. Это инце? Нет, это вот нафиг выписано. Это не да. Хорошо, ну ладно, сейчас. Да, это инце. А, да, вот написано. Да, это иначе. У вас будет еще Марина. Ты же Марина. Ром, давай начинать. Или еще кого-то хватает? Скажи что-нибудь пальто. Так, первые 3 минуты примерно. Играет только пленка. Она постепенно прибавляется мной. У струнных больше материала, чем у всех. У всех там только один период. Значит, струнные, соответственно, я покажу, когда сменить строчку. Потом в один момент начинается третья строчка, которую играют только Ксюша, Варя и Сережа. Каждый нечетный раз вы играете первый вариант, а каждый четный раз вы играете второй вариант. Вот это вот так. Ну просто это так меняется. Это мелодия как бы. Это... Не мелодия, а аккомпанимент. Нет, вот это мелодия. Сверху мелодия. А потом, потом еще играет еще раз вот эту штуку. Ты мелодию не играешь, ты ее слушаешь. А? Одни играем 2 раза, то есть фактически 2 раза. Вы одни играете столько раз, сколько я покажу. А, все ясно. И столько вариантов, то есть я имею в виду первый, второй, да? Просто. В общем, в этом такте на самом деле получается 2 четверти. Never tell me yet. Прогнать быстрее, чем это будет. Быстрее, чем будет, мы играли 3 часа. Мы играли 20 минут, а будет полчаса. Большое спасибо всем. Давайте секундочку, только одну. Сейчас.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Never found me, yes, never found me.